Дорогие друзья, у меня на канале есть видео, как сварить варенье из персиков. Я вам очень рекомендую попробовать этот рецепт. Рецепт легкий, рецепт очень вкусный и вам точно понравится. В этом варенье можно не снимать кожицу из персика. Можете не снимать, будет очень вкусно. Во время варки, во время приготовления варенья этого, кожица из персика отходит от мякоти. И у вас получится мякоть отдельно, то есть долька персика отдельно, сироп. И плюс еще эта вот кожица персика, она превратится в цукат. То есть я хочу сказать, чтобы вы не боялись, когда во время приготовления шкурка персика отстанет отслоится от мякоти. Это будет очень вкусно. Попробуйте приготовить, и вам понравится. Варенье очень вкусное. Советую, проверено мною. Не один раз. Варенье очень вкусное. Советую приготовить. Ссылочку на варенье, на это я оставляю вверху на видео в правом углу. И под видео в описании тоже оставлю ссылку.